Первое воскресенье августа железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю состоялось торжественное мероприятие. В сфере железнодорожных перевозок работает много профессионалов своего дела. В их обязанности входит безопасность перевозок и точность в соблюдении расписания движения транспорта. От имени руководства республики поздравил коллег министр транспорта и дорожного хозяйства. Шерухан Гаджимурадов вручил ведомственные награды наиболее отличившимся работникам железнодорожной отрасли. Впереди у нас очень много планов. Один из таких важнейших событий, которое произошло в этом году, в феврале месяце, в экономическом форуме в Сочи было подписано историческое соглашение между генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Белозеровым и руководителем Республики Дагестан Васильевым Владимиром Абдуалиевичем. Соглашение о взаимодействии. Кроме того, буквально на днях подготовлен и утвержден план реализации этого соглашения.